Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepare to Die Edition. Мы находимся в пещере в лесу, и в этой серии мы пойдем, собственно, дальше в бездну, прибежище этих Dark Wraith'ов, непонятных скелетонов. Сейчас мы поднимем один уровень, вкачаем себе маленько здоровье, наверное. Потому что нам, в принципе, уже качать-то особо нечего. А, на оставшиеся деньги надо починить броню, потому что нас, в принципе, неплохо потрепали так. Вот, щит на 608 аж. Хотя я вроде не делал это его специальное умение, которое делает нашего персонажа каменного какого-то истукана. Так, ну и что? Сейчас у нас будут привратники. Привратники здесь — это такие дракоши. А потом мы пойдем в затопленный город, который, по сути, являет из себя какую-то непонятную пакость, где лежит куча просто утопленников. Мне там натурально противно ходить. Но локация очень крутая, мне она очень нравится. Так. Чуть не уехал обратно наверх. Надо сказать, с драконами я не особо хочу связываться, но я так понимаю, выбора у нас особого нет. Поэтому давайте как-то бодаться помаленьку. Нормально. Вкусни. Предсказуемые. Ну ладно, хорошо. Чешуя с тебя не выпала. Ну и ладно. Топерча ты. Ты у нас один, тебя тоже можно вытянуть спокойно так. Грозные, блин, противники. Так, ты, пожалуй, пройди сюда ко мне, пролети, потому что на мосту с тобой неприкольно будет драться. Выкинешь еще меня. Ну, давай. Все, вот тут уже можно будет побаловать. Шо? Нормально. И вот она. Драконья чешуя. Именно тут их легче всего собирать. Так, теперь у нас сразу там три противника, поэтому придется воспользоваться луком. Лук нам, по большей части, совершенно не нужен при такой тактике. Единственное, вытягивать врагов. Ой, пардон, миллиметражи. Давай сюда. Ты что, меня отомстить не хочешь, что ли? Я не понял. Ну окей. Давай маленько тебя пощипаем этим. Облегчим себе жизнь. Побыстрее бы он заряжался, конечно. А то прям... Ну, конечно, представишь, что он такие стрелы с собой в качестве 100 штук носит. Это да. Так. Свидание. Теперь вытянем тебя, пожалуй. Да, блин. Или тебя. Я не знаю, сейчас два нападут на мосту. Это, скорее всего, смертный приговор. Вот если по одному, еще можно что-то. Они просто даже тупо банально вот так пролетают и отталкивают. Тихо. Куда пошел? Ох, неприятные твари. Скотина, камера. Камера, не подводи меня в такие моменты. Да, блин. Ну, ты посмотри, что делает. Тихо. Ладно. Что-то мне стучит он, да? Да, блин. Нехило так причем. Ох, как ты мне надоел, душный ты парень, а. Я не хочу упасть просто, поэтому я осторожничаю. Ну, давай. Фух, да чего ж ты душный, скотина.
чешуя, разбойничья одежда и паучий щит еще один, который мне нафиг не нужен сейчас. Тем больше у меня есть. Так, ну и теперь ты. Да, блин. Что это было такое только что? Ну, добивай! Он просто офигел, похоже, от моей наглости, ничего мне особо не делал. Ну ладно, зато с тем маленько покупались. Так, возвращаем сюда. Тут мы закончили на предыдущей серии. Здесь у нас прибежище этих скелетонов непонятных. В их ковенант, кстати, вступить можно было, найдя в бездне. Вот здесь вот, около четырех королей второго змея. Он, как говорят, злой. Но мы решили побыстрее получить доступ к бонусному контенту. Поэтому насчет этого не подзапарились. Так, ну давайте аккуратно пробираться. Здесь этих врагов в этой темноте прячется порядочное количество. И они довольно сложные. Но сейчас уже на этом уровне не такие сложные. Поэтому мы, я не думаю, что будем больно проблемы испытывать. Просто нужно быть очень осторожным. Потому что помню я, как они стучат и как парируют. Щиты у них вообще зачетные. Я думаю, помнят многие из вас. Слышу кого-то, но не вижу, где он. А вот и. Да, вот это щит. Я помню, как эти удары срубали мою выносливость, когда я на воротах держался. Но не с этим щитом, конечно, да? Вот с такими противниками, я думаю, у нас будет гораздо меньше проблем теперь. Это хорошо. Так, все, кажется. Здесь еще бабайки какие-то неприятные есть. Я что-то помню, какая-то гадость. А вот, кстати, она. Я слышу ее. Только я не помню, что она делает. Бежит. Ой, 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 что это было такое? Не нужно тормозить такие моменты. Ладно, подлечимся. У нас тут бонфайр-то есть внизу, нет где-нибудь? Я не помню. Сюда. А вот она. Да-да-да, помню, это такая гадость. Очень сильно бьет, но мы в любом случае выдержим эти удары. Да, таким поп-копом тут жить, конечно, именно на этой локации гораздо проще. Зато гораздо тяжелее было во всяких блайт-таунах. Так, где-то тут еще один прячется, нет? Прячется именно, потому что сейчас настучу, я зол на них. А, вот ты. Ну, давай. Хороший щит. Ладно, хотел бэкстеп, но да ладно. В принципе, туда наверх можно не ходить. Там, по-моему, кстати, привидение. Если мне не изменяет память. Я, конечно, вообще фигово эту локацию помню. Но, по-моему, наверху там духи. Поэтому проклять не помешает. Да вроде не видать никого. Не-не-не, вон наверху тусуют, да-да-да. Все правильно.
Помню, помню. Они уже, я так понимаю, сагрились на меня, да? Нет? Что вообще на этом этаже у нас еще есть? Похоже, что ничего. Ох, жутко-то тут как в наушниках, блин. Временами забываешь, насколько атмосферная и страшная вообще игра. Я надеюсь, мы что-то стоящее тут найдем, потому что мне не нравится по этим узким дорожкам бегать. Ой, очень большой уголь. Я не помню, что он делает, честно говоря. Так, бабайки, как тебе добраться? Хотя пофиг, зачем мне до тебя добираться. Пойдем вниз тогда. Посмотрим, так, отсюда мы куда-нибудь попадем. Куда-то попали. Тут ничего нет. Все, похоже, вниз сейчас пойдем. Насколько я помню, бонфайра тут нет, поэтому если сейчас умрем, то придется все это по новой бежать. Нужно быть крайне осторожным, а у нас уже 8 эстусов. Буду рад ошибаться. Так, хорошо, пошли дальше. Здесь слева засада, насколько я помню. Мне потому что всю плешь проели, как говорится, подсказками, когда я проходил на PlayStation еще обычный Dark. А где она, кстати, это ваша засада? Странно. Ну, на нет и сюда нет. О, кто-то пришел. Кэптен Фэбиус. Блин, надо было хоть что-то на себя нацепить, я не знаю. Давайте мы отступим вон туда, внутрь, в зал, чтобы было удобней с ним драться. Вон он бежит. Так, я надеюсь, ты человек чести. Ну, конечно. Ну, что за козел? Никакой культуры. Да, стреляй. Ага, покрутись мне. Ну да, отлично. Уф. Надо было сразу его убить. Так, ну и продолжим. Что-то у нас с самого начала с этой локации не сильно задалось тогда. Но, по сути, ничего сложного в ней нет, просто как-то... Ой, да ладно, короче, не шумите, ребята. Сейчас мы съездим наверх, чтобы они маленько успокоились. Я, кстати, между делом возжег костер, который был там в пещере, потому что я забыл это сделать. Теперь у нас фляг с эсусом уже порядочное количество. Уже не стыдно ходить, куда бы там ни было. Так, все, вернулись? Нет, похоже, пошли назад. Сейчас по-быстрому проделаем тот же путь. Самая большая бабайка у нас, конечно, уже убита, поэтому будет попроще. Так, вот там. Все, разошлись. Давай, иди сюда, родной. Давай, беги. Ой, ненавижу темных фантомов, которые... Ты мертвый? Мертвый. Которые не соблюдают правила этикета. Давайте их называть быдло. Чтобы им было обидно, и чтобы они в следующий раз думали, что с любым противником нужно сначала поздороваться. Так, хорошо. Здесь у нас еще один Dark Rave.
Но этих противников не стоит недооценивать никогда и нигде. Они могут нарезать так, что за ушами хрустеть будет. Давай, вылазь там. Оп! Оп! Замах-то какой. Так убить кого-то можно. Этой штукой точно кого-нибудь глаз выколешь. Кто там? А, это он. Давай, удар вперед. Нет. Ну, тоже неплохо. Так, хорошо. Сейчас тебе опять тот козел полезет наверняка, да? Я так думаю. Так, ну и ты. Ты меня так совершенно случайно убил тут между делом. Это называется... Да ты... Ты совершенно, по-моему, какой-то берега потерявший. Ага, размечтался. Называется, когда думаешь о чем-то своем, враги тебя быстро за это наказывают. С ними расслабляться, ой, не стоит. Пусть лежит эта бяка там. А вообще-то давайте возьмем, вдруг пригодится еще. Ну и я думаю, тот же самый фантом сейчас полезет. Посмотрим. Так, почему тут не нападают с этой стороны? Это же привычно. А, вот ты, да? Да ты запаришь уже. Да что я делаю? Блин, разучился. Всего ты не играй в игру месяц, и после этого тебя будут так наказывать, что, блин... Капец какой-то. Кстати говоря, кто-то, по-моему, пытается проникнуть в наш мир. Если тот же самый залезет, то с ним на больших локациях нельзя драться. С ним вот в таких вот узких местах. И все, он попал, у него все медленное. Ну и, конечно, больше ему кланяться не стоит. Так, что это у нас тут? Да, блин. Иди сюда. Папа зовет. Так, не упасть. Не мимик? Вроде нет. Блом, титанит. Ну, это явно того не стоило, ну да ладно. Конечно, чисто если PvP, то нужно накастовать тоже на себя дряни всякой, чтобы полегче жилось. Но мы же не будем этим заниматься, верно? Это глупо, по-моему. Треснувшие око. Здесь, по-моему, больше ничего хорошего-то и нет. Ну, кроме тебя. Эу, пинаться не надо. Так, ну и все, пошли. Здесь наверху еще одна громозека и несколько привидений, насколько я помню даже. Так что это нам пригодится. Давайте, нападайте кучей. Давай, давай. Быстрее, пока не пришла эта бяка. Минус. Кто еще там у вас есть? Ох, блин, ты лег, конечно, в такой позе. Но, блин, что ты за извращенец, скелетон? Ой, отвяжись от меня. Молодца. Хорошо выманиваешься. Ау. Дальше он не вылезет, не волнуйтесь.
Так, а теперь можно и с тобой поговорить. Сейчас ты меня обрыгаешь, конечно, своей дрянью этой. Раз. Ой-ой-ой. Два. Три. Четыре. Офигеть, прям в экран. Блин, успел. Нет, не успел. Ох, пакость какая. Мерзопакостная пакость. Так, что еще у нас тут есть? По-моему, где-то должен быть еще один рыцарь, да? Ох, кости хрустят. Мимик? Вроде нет. Да откуда ты взялась вообще? Блин, я испугался. Фух. Блин, хочу билд под PvP заточенный. Это все круто, конечно, против PvE, но... Когда чисто под PvP, с ним довольно тяжело жить против обычных противников на прохождении. А хочется. Что за знак призыва? Ведьма Беатрис. Ну давай. Я не помню, для чего мы это делаем. Просто помогать, что ли, будет? И что ты мне? Для чего ты мне? Видимо, будешь помогать в битве, что ли? Окей. Какой у тебя там толк-то будет? Не знаю, посмотрим. Ну, по крайней мере, поможет расчистить дорогу, да? Хотя она никуда не попадает. В кого она лупит вообще? Ой, не знаю, короче. Я даже не помню, тут есть кто, нет. Да вроде нет никого. Чё? Ой, дура упала. Так, все, там последняя ступень, нет? Я просто не хочу сейчас на лету задеть за что-нибудь попы и в итоге умереть, поэтому лучше мы вот так вот спустимся. И отсюда уже полетели вниз. Не думаю, что мы с первого раза победим этого босса, но будем надеяться на это. Я совершенно не помню, как с ними драться. Просто помню, что нужно убить первых до пришествия вторых. Там чуть ли не до пяти может одновременно быть, по-моему. Где ты? Тихо, тихо. Ведьма, помогай. Ведьма вообще, по-моему, для мебели чисто. Давай, давай, держи защиту. Блин, да я не дотягиваюсь до него. Второй пришел. Ну, хоть отвлекает маленько, да? Да, блин. Они такие объемные, что я половину ударов просто молоко пускаю. Ладно. Ожидаемо. Хорошо. Где ты? Вон ты.
по-любому падает эта штука. Хоть ты что делай. Да, блин. Ладно, сдержал. Что-то мы замешкались с тобой. Идет тупо размен ударами. Ведьма, помогай, ведьма. Хорошо, нормально все идет. Где еще один? Блин. Ау. Это плохо. Ведьма. Работай, работай на него. Лечимся. Давай, давай, давай. Короче, Беатрис их убила. Ну, помогла, помогла. Чуть-чуть, но помогла. Отвлекала внимание, да? Вы не представляете, как вы геморроите босса на New Game Plus. Ну и сейчас, в принципе, неплохо. Все, спасибо тебе, ведьмочка. Ты мне нехило так помогла. И что у нас в итоге остается-то? У нас все души, и теперь, по-моему, просто осталось уже идти к королю. Или нет? Я что-то путаю. Наверное, мы этим займемся в следующей серии, в принципе, потому что на это у нас событий хватило, да? Довольно интересное было. Темный фантом пришел, настучал меня, как обычно. Бескультурный гад. Так, перенестись. Куда нам перемещаться-то? Ну, к храму огня, алтарь света я не помню, по-моему, алтарь света как раз нужно, но мы сделаем попроще. Кто-то нас на улице гоняет там. Довольно сложный босс, как видите, даже на моем уровне. Фу, так, ну и что, давайте проверим мои догадки. По-моему, все сделано, чтобы можно было только. Я тоже. Is it something urgent? Перенестись. Very well. Then stay still for a moment. Не покорябайся и небо моим копьем. По-моему, да, по-моему, все. Пакость какая. Спасибо. Так, что у нас тут? Все, да, доступ к финальному боссу открыт. Ну и что, все, что можно, мы сделали. В следующей серии мы, собственно, завершим это прохождение, убьем лорда Гвина. Я думаю, с этим копьем это будет не очень сложно, потому что, насколько я помню, в итоге лорда Гвина в первом прохождении именно с ним мне было легче всего убить, потому что оно бьет далеко. А он именно такой прыгучий, вертлявый и очень мощный. Посмотрим. Но я думаю, не с первого раза это получится. Но, по сути, хотя сейчас своего персонажа я знаю досконально, может, и с первого. Как бы там ни было, увидим окончание завтра. С вами был Артур. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. Пока-пока-пока.